Здравствуйте, меня зовут Сергей Струк, я учредитель компании BillNorris. Мы являемся официальными эксклюзивными представителями израильской имплантационной системы Norris Medical в Республике Беларусь. Приглашаю вас посетить выставку «Стоматология Беларуси 2018». На нашем стенде вы узнаете все самые интересные новинки этого года, следующего года. Мы расскажем вам о преимуществах нашей имплантационной системы и поможем решить клинические случаи ваших пациентов или ваших. Сегодня мы представляем новые виды имплантатов. Они проходят сейчас регистрацию в нашем Министерстве здравоохранения. Это имплантаты нового поколения с новым видом покрытия, с новым видом макро-микроструктуры. И имплантаты вообще какие-то нового вида, также и супраструктуры к ним. То есть у нас есть уникальные предложения, запатентованные во всем мире, которых на данный момент никто не может предложить на белорусском рынке. Такие выставки важны для нас, чтобы заявить о себе, рассказать о наших новых продуктах, чтобы была возможность пообщаться с нашими клиентами. Все наши клиенты – большие друзья, мы всегда рады пообщаться в неформальной обстановке. Выставка всегда дает возможность выделить чуть больше времени доктору для общения, и это всегда хороший повод встретиться. Трендов сейчас большое очень количество. На выставке, наверное, самый яркий акцент представлен на цифровую стоматологию, то есть работа с CAD/CAM-системами, работа с 3D-принтерами, фрезерами. Мы, естественно, предлагаем все самые современные решения, и мне кажется, это, наверное, самый яркий тренд этого года. Международный стоматологический форум в Минске с 17 по 19 октября. Специализированная выставка и конгресс «Стоматология Беларуси». Выставочный центр, проспект Победителей, 14.